But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming. Это похоже на шутку? Если да, то я не шучу. Приветствую, моя королева. Я пока еще не королева. Для меня ты хоть царицей будешь. Видишь, какой он романтичный, прям как ты любишь. Пап, мне нужно серьезно с тобой поговорить. Это очень-очень срочно. Дорогая, ну что за срочность? Я хотел показать графу экскурсию по замку. Экскурсия подождет, это важнее твоей дурацкой экскурсии. Извините, граф, тут моя дочь хочет что-то мне сказать. Вы идите прогуляйтесь по замку, по коридорам, посмотрите, где что, а я вас найду. Жду еще одну встречу с вашей дочерью. Ну что за срочность? Ты отвлекла меня от этого дела. Что случилось? Пап, ты что, меня замуж выдаешь? Ты с первого раза не поняла? Ну, если да, то да. Пап, я первый раз его увидела, я его даже не знаю. Ничего, я устрою тебе пару свиданий и узнаешь. Зачем такая истерика? Пап, я хочу жениться по любви, а не просто так. Не надо на меня орать. Хотя, постой, это, наверное, просто из-за денег. Либо ты хочешь заключить какой-то мир с каким-то царем, ведь так? Да нет, мне просто нужен преемник, а тебе достойный муж. Это самый лучший, которого я нашел в округе. Вот именно, ты и нашел, а не я. Я хочу по любви, я не хочу так просто. А вдруг он тиран какой-то и бить меня будет? Ну что ты такое говоришь, я знаю, он хороший конь. Делай что хочешь, а я на нем не женюсь. Елизавета, что ты за истерику тут устроила? Я сказал, что ты на нем женишься. И ничего мне больше не говори. Посиди тут одна и подумай над своим поведением. Господи, кто вы такой? Хотя подождите. Я же вас видела в зеркале. И в саду тоже. Ты хотела меня видеть? Ведь так? Но как вы вошли сюда? И почему вы маску надели и плащ белый? Ну, не надо задавать много вопросов. Вы хоть на один ответьте, а потом уже умничайте. Ну, не надо плакать. Это не столь важно. Не столь важно? Отец меня выдает замуж за какого-то странного коня, которого я первый раз видела. Ну, не надо из-за этого расстраиваться. И вообще, как тебя зовут? Я призрак. Просто называй меня призрак. А я Елизавета. Опять он куда-то исчез. Прям как в прошлые разы.